Полиция ФРГ обезвредила мужчину, захватившего заложницу на главном железнодорожном вокзале в Кёльне. В ходе спецоперации предполагаемый преступник получил тяжелое ранение. Об этом сообщила местная полиция в Твиттере. По словам медиков, в жизни заложницы ничего не угрожает. Женщина отделалась ранением легкой степени. Местные СМИ сообщают, что инцидент произошел в аптеке, расположенной в здании вокзала. Стражи правопорядка оцепили район вокзала и по громкоговорителю попросили людей покинуть территорию. По данным местных СМИ, были слышны два выстрела. Полиция этой информации не подтвердила. В результате происшествия нарушено движение поездов, многие рейсы задержаны.